перво-наперво, чтобы поставить тягу, курок, предохранитель и, конечно же, нашу любимую груз со стволом и пружинками, где находится здесь боевая пружина с длинной стороны, потом идет здесь с этой стороны шайбу мы поставили и с этой стороны маленькую пружиночку. Значит, если вы поставили перво-наперво, ну, как я, не будем тут уже скрывать, вот этот штифт основной, который держит курок, ну и прочее остальное, его нужно будет вытащить. Его нужно будет вытащить обратно, потому что нереально поставить это все дело сюда. Значит, и после того, как мы вытащили это все, а сегодня это мы успеем всегда засунуть, конечно же. После этого нам нужно сделать такую вот вещь. Таким вот образом. И смотрите, чтобы вот эта вот пружинка на другом конце не выпадала. Она постоянно норовит на самом деле выпасть. Закрепили. Надо поставить еще вот эту вот. Каким образом? Вот таким вот образом, видите, да? Вот сюда. Вот она какая. Я же говорю, за пружинкой за это надо следить. Как бы закрепить ее. Оттянуть. Так. И дальше до конца поставить. Дальше, дальше, до самого конца. Оп. Так, это утопилось. Это все хорошо. И теперь вот так вот. Так, у нас он получается уже взведен. Видите, какое дело. И нам нужно поставить осевой для этого всего. Совместить его с, конечно же, с предохранителем. Это просто на самом деле. Это сделать. Главное попасть вот так вот. И попасть в курок. Ну, это уже вот. И выстрелить. Вроде на первый взгляд все отлично работает. Все, осевой мы поставили. Тягу тоже, кстати, поставили, смотрите. Видите, она вот здесь вот. И тут проще простого теперь поставить курок. Значит, это вот такой вот. Здесь в петлю его садим на место. Очень просто. После этого забиваем штифт сюда. Находим место соприкосновения. Опа. Подбиваем, если он тяжело входит. Все. Теперь он работает. Можно проверить. Дополнительная информация в подписи к этому видео. Смотрите, обязательно переходите по ссылкам. Будут ссылки на другие видео мои об этом пистолете. Будет плейлист только об этом пистолете. Будут страничка ВКонтакте моя. Заходите, подписывайтесь. Также будут группы на пневматические пистолеты, тоже заходите, подписывайтесь, дам дополнительную информацию, вообще какие проблемы люди делятся. Думаю, будет всем интересно.